Медиахолдинг НТР начал выпускать новые проекты к юбилею города. Каждое подразделение подготовило что-то свое интересное. Мы попробуем раскрыть завесу тайны. Уже с 16 мая на нашем радио DFM Нижнекамск в 13:50 идет интеллектуальная игра «Полтинничек» с очень вкусным призом – пиццей. Всем привет! У микрофона Алина Кадряна и в эфире DFM Нижнекамск «Игра «Полтинничек». Ведущая задает слушателям каверзные вопросы на тему нашего города. Победит тот, кто первый дозвонится и даст правильный ответ. Мы очень любим наш город и хотелось бы, чтобы нижнекамцы не забывали историю родного, любимого города и приумножали свои знания, слушая нашу новую игру. Газета медиахолдинга НТР «Нижнекамское время» тоже не остается в стороне. Журналисты для своих читателей готовят приключенческую игру. Еженедельно мы будем в каждом номере писать задание для наших читателей. Оно будет зашифрованное. Задача читателей – найти исторический объект, согласно этому заданию, приехать туда и найти восьмизначный код. Этот код они присылают нам. Кто первый пришлет, тот, соответственно, получает от нас подарок. Самое главное – хорошо знать и ориентироваться в городе. Квест стартует уже со следующего номера. Сейчас идут последние подготовки. Конечно же, подарок для любимого города готовит и команда новостей НТР. Мы решили не отставать от модных тенденций и предлагаем всем поучаствовать в эстафете. Расскажите нам о своей организации, предприятии, учебном заведении, о доме, микрорайоне. Передайте эстафету другому и смотрите себя по НТР. Найдите свое место на нашей виртуальной карте Нижнекамска. Первыми из образовательных заведений опробовали нашу задумку ученики 2 Е-класса 29-й школы. Пропустите эфиры, может быть, следующий, кому передадут эту эстафету, будете именно вы. Не прерывайте цепь, не упустите замечательный шанс поучаствовать в наших проектах. Вы точно получите огромное удовольствие и хорошие призы. Алсу Арсланова, Максим Липин, новости НТР.